Всем привет, зрители, подписчики канала на YouTube. Ну что, у нас сегодня понедельник, 23 марта. Я сейчас на проходной завода, уже вышел с завода. С 1 апреля выхожу на работу. Так что все удачно, все хорошо. Кто спрашивал, работа или нет. Естественно, работа, я был в отпуске. Отличная, кстати, погода. Морозная сегодня небольшая. Сегодня Илюша пошел у нас в садик. Ну вот, немножко, конечно, пировал, все-таки неделю не был, но вроде все нормально. Сейчас еду домой, начал зайду в магазинчик, и потом уже увидимся дома. Так что нормально началась неделя, уже радостное событие. Так что все хорошо у меня и у нас, в том числе в нашей семье. Вчера отлично погуляли, влог уже на канале, в 9 часов он уже вышел. Так что, если что, будем, конечно, уже заранее предупреждать, будем снимать или нет, но просто так вот получилось, такой один денек вот вышел все-таки. Вот. Вот такой у нас лес тут еще. Вот. Погода классная. Ой, кто это? Всем привет! Всем привет! Всем привет, солнышко! Как делишки у тебя? Не нашел. Всем привет! Всем привет! Да, папа уже здоровался. Папа сегодня, да, вообще бессонница мучила с утра пораньше. Смонтировал и выложил влог, так что, ну, в принципе, оно и правильно, потому что влог получился довольно длинный в связи с зоопарком, да, с походом в зоопарк. Вот, ну что, как вы тут встали? Ну, Вероника тут встала еще, когда я уходил. Когда ты пришла, и я уходил, получается. Так, полежали, сейчас не повалялись, поигрались на диванечке уже. Ну да, я уже сходил в магазин, купил там бедрышек. Не нашла? Бедрышек купил, уже сходил. Да. Время уже 10:11, время вообще летит быстро. Просто. Вроде хватит, действительно хватит. И встали, это говорит, у нас футболист. Сейчас пойдешь на футбол. Скоро немножко осталось. Да. Тапок потеряли где-то по сей. Чей? Вероники, ну не жаль, да, потом тапку. Вчера потеряли? Сейчас где-то, вот только что у нас не была. Куда ты потеряла один тапок? Не видел. На кухне не посмотрите. Ну как мне было? Да. Что зеваешь, солнышко? Спать сейчас, да? Сладко зевает, да. Да, сладко. Она, что с тобой сейчас скажу, во сколько время? 5:08 она встала. Да. Вот. Не, ну все нормально сюда. Поспали. Ну да. Да. Вроде да. Даже выспались, можно так сказать. Да. К нам сегодня приезжают гости. Да, с Казахстана. Да, с Казахстана. Часика через два. Я пойду их встречать, да. Ну, не знаю, может отпишутся, они еще не отпишутся. Или позвонить, да, они все едут с Москвой. Когда будут приезжать к Людиновому. Да, ну а московский, прямой, у нас Москва с Людиново ходит, ну, вот, да, именно наш. По самолетом до Москвы, да. До Москвы, да. Ну, этим прогуляемся, ну, сегодня пока, конечно, да, экскурсию приедем, они на 4 дня. Да. Получается, они, сегодня у нас понедельник, вторник. Среда, четверг, наверное, улетают. Четверг они уже улетают, то есть они четверг уезжают, наверное, с утра пораньше. Ночью, они, наверное, ночью уезжают, ну, я еще не знаю, ну, точно это все узнаем, Да. Вот, такие дела. Ладно, да, самое хорошее. Ждем, да. Самое хорошее, что Сережа идет на работу. Да. Ну, в принципе, нормально с работой. В принципе, так я, как я уже и говорил, то, что кого людей сокращают, просто да, сейчас будет заново все это делать, переделывать бригады. И в пятницу еще буду звонить конкретно, кому бригаду еще попаду, потому что все-таки моя бригада была в ноябре расформирована. Когда я уходил, да. И просто буду не бригадиром. С одной стороны, и хорошо, с другой стороны, ну, не знаю. Я уже и был не бригадиром несколько месяцев, но, в принципе, все равно. Такой, не знаю. Больше спрос бригадира по-любому, ну, и, в принципе, да. За него очень такие, скажем, большие деньги, которые там нам платят, 10% эти, так что, ну, именно там, я не помню, тарифный статус. Там, вот, так что, ну, в принципе, нормально. Хватит. Пообщался с ребятами, которые сегодня в смене. Тоже вот некоторые уже уходят на этой неделе, вот они полностью сокращают. Ну, что делать? Что такое? Спать захотел? В принципе, да, от этого никто не застрахован. В наше время у нас сейчас в этот раз слишком большое было сокращение. Вот именно очень много. Вот именно было, при мне было два сокращения, вообще третье, это самое большое сокращение получается на заводе. Не знаю, но все равно, мне кажется, если все нормально будет, типа, если производство заработает уже на большую мощь, может быть, кто-то все равно и придет, мне кажется. Конечно, потому что если действительно все будет нормально, вот, с экономикой вообще именно в этом сфере, в этой металлургии, цветных металлов, так что все будет хорошо. Дашка, идем. Вот, ну, наверное, ему сейчас баньки ложится, она уже все, да, клюет. Да, она уже все клюет, он носом. Потому что такие дела. Вот так. Кусить не хочешь? Да, Владик сейчас собирается на футбол, Татьяна еще сходит, надо денежку будет отдать на Калугу. Сейчас быстренько сбегаю перед тем, как Владик вместе с Владиком потому пойдет. Что, чтобы вы успели, чтобы я уже ушел встречать. Да. Вдруг рано приедут наши гости. Да.
Вот, все такое. Ну, еще за Илюшу мне сегодня в сад идти. Он же попросил опять. Да, что папа пришел сегодня, сок, конфетки, как обычно. Кстати, Илья, ты не говорил, как он пошел, да? Я сказал, что немножко с буксом, именно там. Да, встал он-то вроде нормально, как бы, как не, странно. Ну, ладно, и как сильно так вот, ну, целую неделю человек не был в саду, в принципе. Ну, да, а тут что-то немножко попсиховал там, да. И сегодня будут еще вечером распаковочки посылок. Да, или посылочки одной. Посылочки, да. Так что мы уже заранее просто знаем, мы уже, да, ну. Нам... Нам номер прислали, мы да. Просмотрели. Смотрели, уже доставилось в город Людиново. Так что, уже у нас на почте. Кому интересно, милости просим. Я тебе говорю, все. Вот так, ладно. Поздоровалась, пожалуйста. Милости просим. Просмотры по ссылочке. Так, ладно, это все будет вечером, все это дело мы узнаем. Да, покажем. Да. Вот. Ну, а так сейчас, самое главное, мне кажется, встретить гостей сегодня нормально. Да. Да, еще распределить программу культурную. Как кто, где что показать, конечно, в любом случае ну, надо как будет. Ну, как они отдохнут, не отдохнут, посмотрим. Ну, да. Со мной тяжело, мне кажется, отдохнуть, потому что 6 часов ехать по Киевке, тем более, по нашим дорогам, плюс самолет, естественно, тут, да, дело такое. Ну, да, сейчас приеду, разберемся да. На месте. Ну, уже. Все, увидимся позже. Да. Итак, Вероника наша заснула, а папа с Владиком мастерят, что нам прислала Татьяна из Челябинска. Такой конструктор. Сейчас Валик с папой это делают. Развели смесь в баночке. Вот такой вот. Как называется? А, цвет, маленький, да? Маленький, да, получается? Да. Маленький получается. Вот так вот у нас был. Да. Все, он примерно сделал. Даже. А так и надо. Кладем, получается. Такие головые. Да? Тут некоторые покололись. Побились. Тише, Владик, тише. Получается, как-то вот так они должны быть, да? Да, вот так вот просто будут. Как здесь показано, два окна. Вот так вот, да? Да. И еще вот так вот будет. И еще мальчик один. Будут пока заниматься. Вот. Вот так будешь лепить, получается. Потом уже конечный итог покажем, да? Правильно? Два этих и четыре таких. Правильно? Раз, два, три, четыре. То есть тебе надо будет четыре с каждой. Вот намазываешь. Вот эти штуки сначала одну намазываешь, потом сверху еще вторую намазываешь, чтобы уж пасть. Вот все такой так будет. Мастерок у Владика. Да. Мастерок наш сидит. Дай пока. Ой, подожди. Вот так берется. Это не только я сделал. Можешь. Да ладно, все профессия. Вот так, короче. Да, я не конечно не каменщик, но чуть-чуть замазал раньше. Вот, и вот это вот крепится сюда. Просто потом остальное надо будет сразу убирать, чтобы не засохло. Вот. Это и потом намазываешь уже сюда сейчас. Вот так, короче. Так, ладно, не буду заниматься. Я нашу сейчас сами планы заниматься. Увидимся немножко попозже. Придерживай. Итак, я уже вышла на улицу. Сейчас иду кладу в спортзал. Он пошел чуть-чуть вперед меня, потому что зашли в Дикси, там не работает банкомат, и мне пришлось бежать до Магнита, там снимать денежки. Вот такая у нас чудесная погодка, светит солнышко, но в то же время есть такой небольшой порывистый ветер, прямо просто ужасно. Я сейчас выходила из Магнита, чуть там не поздуло просто. Велосипед там сделал, чей-то завалился аж от ветра. Но так, в принципе, на улице очень даже ничего сказать. Тепло, солнышко греет, но вот то, что есть такой небольшой порывистый ветер. Точнее, он большой, но просто порывами именно. Не то, что там постоянный. Не знаю, слышно меня, не слышно хорошо будет, потому что из-за ветра. Вот так, сейчас отправляюсь в спортзал отдать денежку и пойду домой. Ну, уже увидимся, наверное, дома. Итак, ну что, у нас время 22-го. Вероника наша спит еще, да? Ну да, уморилась. Да, Танюшка занимается глажкой, вещичек. Вот, отвела ты сегодня, да, Владика? Отвела Владика дом спорта. Ну, я думаю, немножко села, около дома спорта говорила. Короче, еду в среду в 8 часов, и Сережа поедет с ними. Да. Да, я поснимаю Владика, как он играет. Короче, не знаю, как я понял, будет торпеда команда. Торпеда, или еще будут две команды, будут две игры у них по 30 минут у детей маленького возраста.
Короче, получается 10 детей и вот родители. Mm-hmm. Ну, по желанию, как родители. Ну да, ну вот мы позвонили, сказали, что, конечно, я поеду, естественно, почему бы, тем более в Калугу, не снять это Владика на футболе, действительно. Когда есть возможность такая, то, что предложили родителям, да. Да, очень хорошо, я очень рада. Ну, я так понял, не знаю, я нашел там как бы по карте Торпеды, это находится, по-моему, школа и там стадион, не знаю, или зал спортивный, этот на Малинниках, короче. Ну, наверное, вот. Еще точно узнаем. Потому что, ну, это еще точно надо будет узнать. Ну, да. Так что поснимаем Владика игры, в Калуге, естественно, все это дело, так что очень поедем. Классно, вообще рада, что так. Поддержу Владика, да, естественно, на память очень хорошо это будет, действительно. Да, это не с какой-то там командой, с Кремлем, грубо говоря, ну, с нашими. Вот, а именно с Калугой, с областным городом. Действительно, да и Владику будет приятно, все-таки поддержка какая-никакая, все-таки поболеем за него. Танечка тоже рада. Кстати, наши гости немножко задержались, поехали на час позже, они звонили, сейчас буквально минут через 10 я пойду их встречать. Ну, да. А то они не напрямую поехали, а на Брянск, то есть до Брянска, но, ну, проходящий через Людиново с Москвы. Да, сейчас уже, да. Проходить, пойдет встретить. Да. И там уже будем дальше. Ну, там, да, посмотрим, как там это все будет выглядеть, с ними там договоримся, гостиницу провожу, потому что у них там забронировано. Да, забронирован номер. Да, кстати, Владик со мной сделал такую штуку, надо такой еще вот ее немножко почистить. Подсыхает, вот такой вот получился. Ну, подсохло, но сейчас еще почищу. Такой домик мы не стали ставить, еще сверху были два кирпичика, не стали. Это некрасиво, мне казалось, будет смотреться, вот и с Владиком. Вообще интересно так вот получилось. Вот, вот это все надо будет сейчас почистить. Вот, ну, красиво так само получилось. Такой. Вот. В общем, получается, ну да, Владику я так немножко помогал, можно сказать, сделать дела. Вот. Ну что, сейчас? Буду одеваться, все. Да, будешь одеваться. Мне все равно похоже, да? Ну, похоже, конечно. Ну, ты поснимай, как за Анику. Ну да, если Аник ватнется, я лежу, как я сейчас с ними там поговорю, все это дело. Да. Итак, Владик наш пришел с футбола, что-то там в комнате с Вероничкой они играются сейчас. Я сейчас хожу, наверное, до почты дойду, потом... Как раз Сережа пришел только что встретил наших гостей, и он потом пойдет за Ильюшей в садик. Уморившийся, уставший. Уморившийся, все-таки Питер, это пыль в глазах, потому что он стоял на остановке, ну, очень долго, 1:20 прождать, я, в принципе, ну, с запасом пошел, но они опоздали автобус на минут 45 хороших, потому что, как они сказали, приехали сами уставшие. В Москве замерзли, там сегодня холод был в Москве, получается. Ну вот я у нас тоже был прохладно, но снега нет у нас, снег растаял, но завтра вроде потепление. Но они уставшие, потому что действительно еле-еле ехали последние, я не знаю, дороги, конечно, у нас ужасные, если от Жиздра до Людиново, это вообще там, они ехали как 50 минут, но это вообще нереально. Да нереально, мы за 20 минут скакиваем. 28 километров. Ну это еще такой шофер попался, видно, ну, да, который... еле-еле, вот... ну, автобусы, конечно, тоже берегут машину, еле-еле эти ямки объезжал, там, они вообще... Ну это просто нереально за такое время, 28 километров за 50 минут. Это очень, ну просто, ну все, да, я проводил до гостиницы, показал там, в принципе, там все это у нас рядом, там, магазины, там, Пятерочка, Дикси, объяснил, там, кафе ванильное на втором этаже гостиницы. Да, просто вот гостиница. Вот, и вот они до пятницы, в пятницу они будут уезжать, получается, на 5 часов, ну, еще встретить. Да, в принципе, ну да, у них самолет в пятницу, и получается... Сейчас они отдохнут, потому что действительно дорога все будет, 5 часов самолета летели, говорит. Отдохнут там, ну, созвонимся, короче, сегодня. Ну да, вечерком созвонимся. Сегодня мы встретимся, может быть, завтра мы встретимся. Вот даже как бы я понимаю людей, если они устали. Как бы, конечно, не очень хочется увидеться, потому что Сережа так хоть их видел, я вообще еще нет. Вот. Ну просто, да, я понимаю. Прекрасно. Ну, только по скайпу, да. Как бы пообщаемся там, да. Ну тогда я 1-2 раза, я-то чаще с ней разговаривала. Ну, просто факт это факт, там как бы. Поэтому... Просто это пыль была за это, вот, на это само. Я говорила, что сегодня с утра, что ветер... Не с утра, а когда Владика, потому что поднялся ветер, как бы до дорог, то все пыль летит, пыль естественно. Пыль летит в глаза, прям вообще вернулся сразу. Да. Я раздеваться не буду, потому что за Илюшу нарисую. Ну да, сейчас я быстренько схожу, и когда все приду, ты пойдешь туда. Кстати, у нас же мясо готовится. Да? Да. Ну, я сейчас погладила, все поубрала, разобрала. Веронику покормила. Да. Вот, готовится у меня шницель уже вот такой вот, вот так вот, я его сделала немножко в этом, господи, как он называется,
А, забыла, хочу муки и яйца обваляла. Типа в кляре немножко так сделала вот его. Сейчас немножко у меня тут потушится, и можно уже будет, в принципе, его выключать. Вот такая вот косняшку с макарончиками вечером сделаем. Сварим макарончиков. Ну да, сейчас сварим макарончиков. И что это там? А, группа зашла. Так вот, ну ладно, я пойду собираться и увидимся да, уже дома, потому что попозже. Да, время уже получается. Я сигнал это убил, так что час смущен. Прождал, простоял тупо. Ну, когда, нет, если рассчитывать просто по времени, я знаю примерно, сколько автобусов. Ну да, они сказали, что они оттуда выехали не вовремя, ну, да, с Москвы. Задержались на 10 минут. Все равно, здесь, потому что очень долго, это 6 часов 50 минут почти, это очень, они 6 часов должны примерно ехать с Москвы. Да, ты справа приходят 5 часов, половина часов приходят люди, на очень часто автобусы приезжают. Ну, смотри, да, все зависит от водителя. Так аж водитель-то, что такое попался им, да. С одной стороны, может, молодец, с другой стороны, конечно, не знаю, так вот люди-то уже едут, опаздывают, спешат куда-то, может быть, там по времени. Особенно очень часто у нас вот Людиново именно ездит в Москву, например, на работу. Они 12 часов ночи выезжают, там, кажется, им надо уже к 8 быть на работе. Вот такой водитель попадется, и ты будешь на работе, дай бог, 10. 0-10, да, там есть такие автобусы. 0-10, да, то они поедут. Вот я о чем и говорю. В Москве, на теплом стане. А я говорю, с таким водителем к 8-10 будешь на работе, а не к 8 никак. Вот. Как варит футбол? Не варил ничего. Замечательно. Нет, он еще не снимала его после этого. Вот, пускай играется с ней там. Пока настроение есть у обоих играться вдвоем. Ладно, иди. Да, все, побегу одеваться, увидимся чуть попозже. А кто это у нас тут прыгает, а? Илюшкин, всем привет. Всем. Что это такое непонятное? Как в садике дела? Нормально. Нормально? Соскучилась по тебе, детки? Да. Игрался? Все хорошо? Ну и здорово. О, забрал Илюшку из садика, собирались они на улицу уже там гулять. То есть вы теперь гуляете и днем теперь, и вечером будете гулять, да? Ну, примерно вот в это время что-то забирали именно с улицы. Нет. Что? О, вы днем гуляли сегодня? Да. Рисовали, да? А где вы рисовали? Мел? Да. Мелом, да? Мелом. Мелом рисовали, молодцы. Ну, кажется, ну, прохладно, я не знаю, ну. Гуляют детки маленькие тоже, да? Маленькие детки гуляют. Сейчас идем домой, да? Да. И потом погуляем немножко. Надо до бабушки дойдем, ладно? А Илюшкин? Да, мамка посылку принесла. Посмотрим, что там посылки, да? Да. Посмотрим. Вот там. А? Там. Ну, дома уже посылочки. Да, уже все принесли домой. Что, увидимся дома? Ветерок сегодня прохладно, но завтра обещают уже. Хотя солнышко хорошо, на солнышке. Так холодно, скажи, да, в тенечке? Да? Да. Ну все, увидимся попозже. Машинки тут ходят. Итак, ну что, мы пришли домой. Посылочка! Да, я же тебе говорил, не одна, а две посылочки. Посылочки. Да. Да. От двух Светлан. От двух Светлан? Всем! Вероника спит. Всем. Всем, ты уже говорил. Всем. Всем. Так, большой привет Светлане большой из Петербурга. Светлане из Петербурга. Большой-большой да. привет нашей семье и гостям, ее замечательным детишкам, мальчикам. Большой-большой привет. Ну, как что, открываем? Открываем. Так, Ладик, сядьте. Ты даже на комментарии начала приезжать? Да, я уже начала читать комментарии. Ого. Так, детки, раскраска вам. Раскраски. Такие кошечки, вот. Рябы. Такая для маленькой, Илюшки совсем видно. Да, для пони. Да, Для Владика это просто. Ух ты, семейный альбом. Вау. Понимаешь, как семейный альбом. И тебе, на, Илюшка. Ну, тут написано от 3 до 7 лет. От 3 до 7 лет, да. Спасибо, ложите. Ложите. Да. Вот такой вот журнал «Барбос». С наклейкой, наверное, собачек. Да. Служба и дружба, Барбос. Держите, ложите. Ну, тут от 0 лет, в принципе, это вам всем. Илюш, это тебе с Вероничкой. Тебе печеньца. А, хотя, наверное, уже Вероничка, но Илас Ильич сама залезет, поэтому ну, смысла нету. Они потом все залезут. Да, они все залезут. Вот такой вот кофе. Нескафе, но это не наш. Нескафе культа.
Да, это, вижу. Если я понимаю правильно, это финский именно кофе. Да, да, вот. Да, ВВ, это именно финский кофе. ВВН из кафе Фи. Да. Нет, ничего себе. Ну, не, ну похоже, ну, они сильно похожи. Похоже, они похожи на кафе, но это именно чисто финский кофе. Да, спасибо. Да, вот такое. Спасибо, кстати, попробую. Да. Сегодня. Сегодня. Держите. Так. Владик, это тебе. Ой. Вот такой вот футбольный мяч. Ура, ура, он немножко сдут, она мне написала, что просто не влезал в посылку, поэтому надо покачать его. Это надо будет накачивать иглой. Да, да. Иглой. Это надо в доме спорта возьмешь. Пойдем, да. И вот там накачаете. Вот. Слышишь, там насос специальный со злой. Спасибо. Ура, ура, ура. Это будете летом гонять. Ой, ладненько съешь. Да, или спать будешь с него. Ух ты, вот такая вот мисочка. Да. Для меня под вот салатики. Такая под салатики. Вот, подумай, что там. Под салатики. Да, вот такая вот. Буду всякие картиночки. Да. Да куда полевые? Любопытные мамары. Ура, ура, ура. Вот такая вот и игрушечка на присосочке. Это граница. Граница. Солнышко Феррари, песенку мне спой. Солнышко, солнышко, будь всегда со мной. О, Вероника, еще одна забава музыкальная. Чего тут? Я домой мяч хотел. Ну, конечно, будешь гонять. Вот такая вот кофточка для Ильюшки. Для Ильюшки. Да, Ильюшки. Динозавриком, да? Динозаврик тебе. Ты как раз у нас динозаврик. Да. Вот дракошки родились. Спасибо. И вот такая вот шапочка. Вот такая вот. Тоже Илюшки? Давай. Ничего себе. Илюшка, шапочка тебе. Во, нормально. Вот, покажись на камеру. Вот так вот. Шапочки мои, да, какой? И вот тут вот магнитики из Питера. Два. Да. Вот эти красивые. Да. Санкт-Петербург. Петербург. Спасибо огромное. Санкт-Петербург. Да. Займет место у нас. Ты вот здесь была? А, ну, там все были. Ну, Зимний дворце? Да. Конечно, кто там не был. Держи, посмотри. Мы были. Более любопытные варвары, а? Что, Илья? Ну, конечно. Так, это тапочки. Тапочки, тапочки, Ильюшки. Тапочки тебе. Да, вот такие вот тапочки тебе прислали. Щеголять по дому. Да. Вот сюда так, все. Это я даже. По-моему, тут всякие лаки для волос, для укладки. Давай. Вот такие вот, да. Такие вот лак и... Мусс, наверное. Мусс, да. Mm-hmm. Для укладки. От Вайлы. Да. Ты поставил туда, что мне здесь... Ну да, я прошу. Спасибо, спасибо. И наши Веронички, столько всего вкусняшек. Вот такие. Тёма. Тёма. Тёма, передает привет. Да, спасибо, да, говорит. Во сне. Во сне. Спасибо. И еще спасибо. Вот сколько баночек нам. Сердцем, с печени. Ой, мясное. Супер, спасибо. Баночки. Тёма. Это Тёма. Ну, это с картошкой мы и делаем. Картошка. С пюрешечку, да. Да, с пюрешечкой мы делаем довольно-таки часто. Так, еще тут есть один пакетик, но просили его не вскрывать. Это личное. Скажем, тут даже написано «не вскрывать». Да, вот так вот. Вот, просто спасибо. В связи, да, с такими комментариями, поэтому лучше мы это скрывать не будем. А потом я посмотрю отдельно это. Mm-hmm. Всё, спасибо, спасибо огромное, большое, Светлана, спасибо. Спасибо. Очень-очень. Спасибо. И там сейчас вскроем. И там сейчас вскроем. Владик вообще, спасибо мне. Да. Да, будете футболисты гонять. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Просто нет слов. Итак, посылочка номер 2, тоже от Светланы. С Австрии. С Австрии. Да. Большой огромный привет. Спасибо огромное. За все заранее огромный привет. Да. Просто так. Да. Пообщаетесь еще. Да, мы общаемся, созвонимся. Так, вот потише, а то Вероника спит. Ну, потише, пожалуйста, туда у нас спит Вероника, поэтому мы полтона говорим сегодня. Потише. А, это просто. Вот такие вот конфетки. Ура. Дай посмотрю, что покажу. Сейчас. Это Вивил какие-то классические. Да. Важное место взяли оттуда. Чаек с лимончиком. С лимончиком. Да, такой мы же не пробовали. Твининг, да? Ну, мы мятные. Да, мятные женщины. Да, пока я ползу сюда, чтобы не доставать сразу все.
Ой, так, ну что? Это, как я понимаю, мне. Да. Вот такое вот платьице. Черного это, естественно, цвета. Все потом померяю, да. Так, надо снимать, потому что здесь свет падает. Может, дверку закрыть? Нет, она здесь темнутая, много уже стала. Вот так буду снимать. Это я тоже, как понимаю, мне. Но это если потом буду мерить, не буду сейчас разворачивать все это просто. Джинсики, да, или что? Да, брюки. Это джинсы, я просто знала, что это. Вау. Это сумка. Нет. Платье. Сарафан. Сарафан, сарафан, да. На лето. Супер. Илья, аккуратно. Носик свой отсюда убери. А вот это вот тебе. Так, это не тебе. А вот это вот тебе. Илюшки, бери. Так, вот такие вот. Сланцы. Да. Такие тапочки. Летний вариант. И второй нашла. Нашла второй. Вот он, второй. Красивый, Илья? Да. Что сказать? Спасибо. 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 Вот такие вот на лето сандальчики. Это, как я понимаю, мне. Да, все время тебе. Да. Я думала, да? Как, да. Как в фильме «Свадьба Маринки». Вероники. Да? А, это моего папочки чай. Вот такая вот упаковочка. Дедушке, папе. Да, это вот папе. И конфетки. Да, это дедушке. Да, ой, кексы, это кексы, печеньки, наверное. А, ну да, печеньки. Кексы. Да, вот печеньки. Это. Вот такие вот. Да. Там папочки продадим, да? Так. Так. Опа! Вероники! Вероники! Класс. Класс. Сандалики! Владь, а это тебе. Сейчас я тут подарок найду, когда... Кеды. Круто. Кеды. На лето, кеды. Подожди, сейчас вытащу отсюда все. Тут... Больше вмещалось. Даже больше вмещалось это. Такие вот кеды. Вот такие кеды. Ура! Футболист. Футболист. Нашла второй. Вероникин ботиночек. Потише. Потише. Это я понимаю, продал. А нет, это другая, совсем кофточка уже. Илюшкин. Вот такая кофточка у нас. Потом чтобы мерить. Илюшкин. Илюшкин. Конфетки. Конфетки. Вот такие. Коробка. Давай. На, коробка, да? Да, это коробка. Иди, ложи. Да. Коробка. Иди, складывайся на место. Это нам. Кексики. Нам такие кексики. Как у папы. Да, лежат чаю. Там. Чаю, да. На мне. И тебе, конечно. Опа. Шоколадка. Вот такая Линд. Вот шоколадка. Линд, да? А, да, Линд. Дай посмотрю, Илья. Дай посмотрю. Не, я посмотрю. Я посмотрю, шоколадку тебе отдам. Давай. Ну-ка посмотрим. Шоколад Линд. С орехами, да, с фундуком. Линд. Это мамочки твои. Да, передадим как раз сегодня. Да, сейчас не пойдем и передадим. Там семена, да? Что там? Нет, тут приправы. А, приправы? Семена, да. У меня а вижу. Я не знаю, я же не вижу. Ну, нет, я вижу. Не и кексики. И кексики, надежда, как да. И папочки. Спасибо. Спасибо огромное. Ой. Так, ну что, теперь еще одна упаковочка конфеток. Да. Будет коробки, кушать долго. Ну, гостим, конечно. Ну, конечно же. Так, Владик, вау. Тебе шорты? Вот такие вот сейчас шорты. Спасибо. Шорты, да? Да. Вот именно шорты. Да. Да, вот такие как вот на лето. На лето. Вот. Все мое. Мое. Маечки. Вау. Владику. Угу. Вот такие вот все. Все связано с футбольной. Футбольная тема. Футбольная тема. Спасибо огромное. Трикошка тебе. Ура! Вот сколько тебе подарочков. Спасибо большое. Я нашла второй ботинок, Владик. Ура! Я его копала все-таки. На, забирай. Отложи. Второй. Отложи сразу. Так, Владик, это уже тебе вот сейчас. Там даже тебе немножко большевато. Да, это вот именно сейчас, Владик, у нас есть, да? Трусы. Это мое. Нет, это большие это тебе еще. Тебе, куда же это тебе это такие? Большие еще, Илюш. Вот такие вот. Все футбольные трусики. Ура, да, короче. Ага, под этот? Да. Комплект. Ну да, майка. Да. Дай скажи.
Это что такое? Мне. Это Ильюшка. Кофточка, да? Отгадал. Да. На лето. Да, на лето, да. Веронички. Ползуночки. Нет, полштаники. Каштаники вот сделаны. Ну. Али, аккуратно сейчас пойдешь. Или? А даже свой нос любопытный сует везде. Это тебе. Трусишки, забирай. Да, тебе трусишки. Да, с этим будешь на лето трусы. Сейчас будешь носить трусы на лето. Можешь на лето оставить. Красоваться. Да. Аккуратно, Илья. Да. Вот такая тебе кофточка. Это не Вероники. Ой, это Вероники. Это Вероники кофточка. Извиняюсь, я не посмотрела просто. Да, с Минни Маусом. С Минни Маусом, да. Красота какая. Минни Маус. Микки Маус. Кошка. И еще одна с бабочками вот такая вот. Да, красота. Тише. Микки Маус. Не кричи, не кричи. Не кричи. Разбудитесь с Вероничкой. Будем на улицу ходить. Так, это все сюда же, да. Илюшкина. Трусишки. Еще штанишки. На Вероничку такие бабочками. С бабочками. Красота вообще супер просто. Эх. Ура! Skittles. Да. Это вам конфеты на двоих. Илья. Еще одна упаковка вот. Конфеток. Держите. Илья, убирай конфетки. Карамель. На стол убирай, Илья. О, кексики. Кексики, чай пить будем. Да. Пиво. С гостями, да, и ты будешь. Конечно. Убирай это на стол. Да, ложись. Ложись на стол пока. Так. Вот такой вот пакет. Сергей и Ирина. Да, крестным нашим. Да, крестным и крестной. Да, крестным и крестным нашим. Такой пакет еще покупаем. Так что крестный Зара посмотрит. У него выходные. Да. Так что жди, либо приезжай. Или жди, да. Да, или выбор жди. Конфетки. Еще вилочки. Надо будет еще скипался один. Да, еще. Ну, это вон. Туда. Ну, положите все пока туда. Это Илюшина. Положи на стол. Шоколадочка. Шоколадка, еще одна линк. Еще одна супер. Тоже на. Потом откроем, Илья. Вот сколько вам вкусняшек. Ой, вкусняшек. Это что такое? Конфетки. Конфетки с вишней, по-моему. Это, значит, при болях в горле. Ага, понятно, такие все, вот, это лечебные конфеты. Да, лечебные. Это не просто конфетки. Все понятно. Еще кексики. Кексиков. Ой, магнитики вот такие с денежками, с долларами нам прислали. Доллары, евро. Ой, че, с евро. Евро, магнитики. Вот да. Такие. То же самое, на холодильничек. Да, как же. Тут сбоку. Их много, 6 штук получается. Да. Ну, это разные достоинства евро. Что там чай остался? Все это мы покажем вам уже на холодильнике. И мамочки твоей специи. А, все, понятно. Да. Это шок, как у нас, такие да? Такие были у нас, да, смесь перцев. Смесь перцев, спасибо, да. Спасибо огромное. Спасибо. Просто. Мы сегодня ей передадим это дело. Да, мы как раз сейчас пойдем туда. Гулять и зайдем к ней, да. Пойдем к маме. Ну, у нас остался чаечек. Чаечек. Да. Такой лимонный у нас, да? Ну да, лимонный. Да, чай будет с лимончиком, пить. Да? Спасибо вот огромное, Светлана. Спасибо большое. Просто супер большое. Что вам сказать? Спасибо. Спасибо. Чаек, да? Да. Чайку тебе, да? Да, хорошо. Сейчас будем делать чаек. Ну что? Спасибо огромное за посылки. Просто очень приятно. Да. Сейчас будем успаковывать. Вероника тоже говорит мысленно все это дело. Вам большое спасибо, Света. Спасибо огромное. Так. Двум Светам сегодня. Да, сегодня у нас такой двух Света. Одна с России, другая... Саустрин. Да. Все, большое спасибо. Все, убираем. Да, сейчас будем убирать и собираться на улицу. Итак, ну что, время уже без 5:09. Наш сегодняшний денечек заходит своему завершению. Да? Да, все детки уже, как обычно, готовы ко сну. Да, садик. На маршрутке поедем? Да. Точно? Точно поедем на маршрутке? Пешком пойдем? Нет, на маршрутке это холодно, да? Да. Да. Илья замерзнет, да? Да, завтра у нас Татьяна тоже уходит на день здорового ребенка. Да, у нас скоро Вероники уже сколько? 9 месяцев скоро, да. Нет. Вероника пойдет взвешиваться, рост. Тебя забрать? Да. Хорошо, заберу, обязательно заберу. Обязательно тебя заберу, да? Да. Вечером вышли, прогулялись. Ну, мы дошли в основном до бабушки, смотрите, да. Там быстренько, очень холодно. Вечером было, да, очень холодно. Ну, мы шли, ноль было уже. Моё. Да, все наше там, да. Твое, мое.
Да, не твою Ладика. И Ладик свои съел, как же, неправильно он говорит. Он скитлс. Да, он скитлс свои съел. А это Илюшин остались. Остались твои еще чуть-чуть? Да. Да? И там. Ну хорошо. Это скитлс, Ладик. Посылку открывали. Посылку открывали, там был скитлс, да? Да. Да. Вероника, Вероника все уже, да? Соска, да? Зуба. Соска, зуба. Ну да, мне кажется, там нижний, наверное. Да? Там уж хорошо. Вау, 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 мячик там, да, Ладик закинул. Да, он там мячик Ладик уже закинул. Надо, кстати, в пятницу. Не в пятницу, не в среду, потому что в среду уезжаем. В пятницу. Да, Ладик в среду едет на футбол в Калугу с папой. И нет, ты в садик пойдешь. Там только футболисты едут. И родители. А ты кто? Родитель? Футболист? Да. Ты маленький футболист, да? Да, пятницу снесем его дома спорта, накачаем. Ну да, там с иголин, я не знаю, насос. Раньше там качали, по-моему, постоянно. Да. Ну что, хочется передать приветики, да? А? Да. Передаем приветик Анне Павликовой. Да, привет, 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 привет. Привет, привет, привет. Потом, Илюшенька, потом. Привет. Елене Кузнецовой из Смоленска. Да, большой привет, большой, привет. Да. Привет. Слезь, Илюшенька, быстренько. А кабачки. Ольге из Тульской области, ее семье тоже передаем большой, большой, да, большой, 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 большой привет. Деткам. Ну все. Что? Слезай. Ну, слезай. 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 Да. Слезай. Слезай. Илюшки, слезай, да, вот убахнешься оттуда. Вот. И Вике Москалевой мы тоже передаем огромнейший нас привет от нашей привет. Семьи. Да, скажите, от нашей семьи большой-большой. Да, и еще хочется передать большущий привет форуму насекомых. Обалденный большущий привет. Просто огромный. Такое ощущение, там одни дегенераты и все. Я не буду сейчас ничего давать. Но это вот по их дневникам, которые они там есть, это вот действительно они такие есть. Можно сказать только так. Да, я очень хотела много сейчас сказать, но воздержусь от этого. Я не хочу опускаться до вашего уровня просто. Да, зайдите лучше там, да. Просто, да, нам просто написали люди, на которые, ну, с Ютуба, скажем так. Просто... Давай, ладно. Пусть лучше заходят на домой, пообщаемся просто напрямую, да, а не так. Да. С удовольствием дальше. Да. А не пишите, как извините, за кадром. А? Кто там? Кто там? Тетя? Где тетя? Какая тетя? Тортик там. Тортик там? Пирожное, а не тортик. Бабушка приносила пирожное. Это вот в интернете легко писать. Зайдите, скажите нам это в лицо. Ну, вот, просто один, большущий вам всем привет. Да, огромный. Спасибо вам за все. Я папа. Я тебе оставил пирожное. Ты бабушка тортик. Хорошо. Ну что? Все, заканчиваю наш влог. Да, будем ложиться спать, ложечки отдыхать. Всем приятного просмотра, хорошего настроения. Всем пока, 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 пока. Всем пока, спокойной ночи. Илья. Спокойной ночи. Подписывайтесь на канал, оставляем комментарии, ставим лайки, дизлайки. Кому что нравится, всем до встречи, всем пока. Увидимся с вами завтра.